39-летняя Ким Кардашьян, Ким Кадашьян, готова пойти на любые жертвы ради моды. В Париже инстадива пережила настоящие фэшн-пытки. Во время недели моды во французской столице супруга Канье Уэста произвела фурор, появившись в латексном костюме Балмайн. Лук привлек внимание не только его оригинальностью, но и тем, что наряд был только-только представлен на подиуме и не появился в бутиках. Однако эффектный выход стоил Ким немало усилий. В новом выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» показан эпизод, как звезда мучительно пытается втиснуться в наряд. Даже с помощью ассистентки процесс был затруднительным, латекс с трудом натягивался на тело инстадивы. Свои пытки супруга Канье Уэста сопровождала ругательствами. Она говорила, какие неудобства ей доставлял наряд. «Моя попа болит и вся кожа. Это чертова неделя моды», — пожаловалась Кардашьян. Ее сестра Кортни, которая уже была одета в идентичный костюм более темного оттенка, отметила, что им тяжело будет ходить в туалет. На это Ким ответила, что придется терпеть минимум до 2 часов дня. Наибольшие затруднения вызывали эффектные формы звезды. Многие обвиняют ее в пластической хирургии ягодиц, но Кардашьян это отрицает. В доказательство инстадиве пришлось признаться, что во время лечения от псориаза ей делали уколы в 5-ю точку. Один из моих соседей был дерматологом в медицинском центре Сёдерс-Синай. Однажды я пришла к нему и услышала, вероятнее всего, вам будут делать инъекции в ягодицы. Само собой, так и было, причем много раз, цитирует Ким The Mirror. Она добавила, что делает уколы несколько раз в год, чтобы держать под контролем заболевание. Ранее инстадива подвергла себя испытанию в платье Теры Маглэр, в котором пришла на Мэтт Гала в прошлом году. Звезда призналась, что даже не могла присесть в наряде. Любовь к моде Ким унаследовала ее младшая дочь. 2-летняя Чикаго начала ходить на каблуках. Супруга Канье Уэста показала, как защищается от коронавируса.